Так, ну что ж, давайте продолжим наши игры, да, как говорится. Так, значит, нам нужно установить какую-то систему типа крана. Сейчас сделаем. Возьмем кубик, потянем его. Вот сюда поставим. Немножечко уменьшим, слишком большой кубик. Чуть приподнимем. Далее начнем его обрабатывать таким образом. Так, вот эти четыре. Давайте сведем вместе их немножко вот так. Так, дальше Ctrl-R. Хорошо. Берем. Экструдируем. Так, он не должен так быть. Он должен. Свинья какая. Ну ладно. Тогда мы сделаем Ctrl-R-чик вот здесь. Вот эти вот просто удалим. Дальше ребра, это так, ребра, ребра, это ребро F, это ребро F. И вот это. Дальше вот это ребрышко, это ребрышко, мы его с Ctrl-B. Вот так, к примеру. Так. Не слишком ли оно? Ну, что там, слишком не разницы нет. Давайте. Так, объект. Вот. Применим. Да, если бы все. Так, вот в этом проблема бокса. Ты как бы пытаешься сделать дырку, да? А она как бы пытается тебя обмануть. Почему она идет таким образом, это одному известно. А, ну да, правильно. Потому что это наклоненная штука, и она так не будет работать. Угу. Чудно, ребята, придумали. Но можно же попробовать и вот тут. Но трудно будет попасть. В итоге проще всего взять цилиндр. Так, цилиндр.
сказать ему порядка 16, не более, вот так, перевернуть его на проверку на 90. Уменьшить, естественно, вот так. И вытащить за пределы. Так будет веселее. Давайте подымем немножечко. И сожмем спексу. Вот так. Смотрим сбоку, видим фигу. Вот, достаточно. Так, теперь нам нужен этот. Сама стрела нам нужна, так как нам ее сделать лучше. Ну как, возьмем ли сделаем сейчас. Так. Shift A возьмем. Кубик. Потащим его на место. Сюда. И начнем его уменьшать. Плюс X. Вот так он встанет, встанет. Отлично. Так. Дальше больше. Мы его сожмем по Z. Превратим его в стрелу сейчас. Так. Сначала вытащим, чтобы обработать вот эту часть. Так, вот ребро. Вот это и вот это. Ctrl-B. Так не пойдет. Давайте мы его как объект выделим, и уберем все его ресеты так, тогда все будет нормально. Ctrl-B. Вот так. Все, теперь можно будет его опускать и дальше с ним работать. Смотрим сбоку, да. G. Пускаем вот сюда. Поворачиваем. В геометрию поставим. Вот так, да? R. Вот. Вот так. Хорошо. Далее. Выделяем вот это и тянем наверх. При этом немножко сужаем, да, или не сужаем. Немного. Если такое происходит, зажимайте Shift. И оно будет медленно работать. Вот так. Так. И еще одну такую же штуку.
нам необходимо взять Shift-D. Давайте теперь это повернем немножко по-другому. R по... Даже не знаю, это у меня Y или что это? Z. Ну, ставим на место. Место у него тут. Вот тут у меня место. А почему у меня это изогнулось? Это вопрос. Ну-ка. Да ничего не изогнулось. Так, и уменьшим ее. Ну-ка сдвинем. Грубо говоря, вот так оно должно выглядеть, но что-то оно мне не совсем нравится. Так, сейчас не знаю, что не нравится. Что-то не нравится. Может быть, ее пошире сделать. И наоборот, поуже. Сейчас подумаю. Если шире, то это S по X. Нужно так сделать, да. Но вот эту часть, все-таки уменьшить. Так, будет элегантнее немножко, да? Так, здесь вот эту взять, тоже сказать Shift D, передвинуть, поставить ее вот где-то примерно сюда. Угу. И уменьшить, естественно. Дальше G по X, так вот, теперь совсем уменьшим, по X тоже, естественно, вот так, это уже будет напоминать что-то. Так, теперь мы сделаем еще подъемный механизм, вот из этого. Вытащим его вот так и опустим вниз. Угу. А вот этот немножко что-то ушел у нас, не страшно. Так вот. Значит, там нужно еще повороты поставить. Ребро вот это мне нужно. Это ребро
Подвинуть по Y. Уже Y. Так вот. Угу. Так, здесь сказать, что ребята. Так. И убрать вниз это. Тут у нас будет как бы ниша для. Одного цилиндра. Возьмем цилиндр, сейчас сделаем. Цилиндр, иди сюда. Уменьшаем его. Ну, туда ставим. Так, немножко наклоняем, наверное. Чуть-чуточку совсем. Так вот. Дальше. Здесь берем. Берем И. И тянем отсюда наверх. Вот так где-то. Даже поменьше, наверное. Угу. Далее здесь опять делаем разрез, Ctrl-R, сюда, вот это выделяем, да нет, только вот это, и нет, ребята, не так. Где тут у нас этот вот, вот так делаем, вот так чуть-чуть, и эти грани где-то там, грань край, Ctrl-B, закругляем чуть-чуть, столько нам не надо, вот так нам достаточно, так, и эту грань, то же самое, Ctrl-B, есть, так, цилиндр похож, а значит мы ему еще сделаем. Кольцо надо нам. Да, торус. Торус, торус. Ты могуч, ты гоняешь стаи туч. Но не надо столько много, нам 16 дофига. Так. Окей, думал. Selection. Вот так, поворачиваем по оси Y. R, Y, 90. Нет? Нет. Нет. R, Y, 90. Вот так. Тащим. Объект Set Origin, геометрия. Пошли. И уменьшаем. Соответственно, получаем такое колечко.
пошире чуть сделаем и ставим на место. Место я вот тут. Здесь нам надо тоже сделать небольшую козявочку. Взять вот это, сказать Ctrl. Так, где объект мой, зачем нам объект? Вот этот вот Ctrl-R. Еще один Ctrl-R. Его сюда поместим. Теперь берем вот этот и выдвигаем его сюда. И по оси Z его S. Почему не хотим? S. Вот так вот. Так, сделаем. Так, а эту штуку нам нужно будет уменьшить. Вот эту вот, вот эту, вот эту, вот эту вот. В сторонку убьем. Мы видим здесь порядок. Помогает этот экструд, все равно оставляет его. Придется вручную все это делать. Так, так же, как и в том большом случае. Лучше было нарезать и вытянуть, да и все. Меньше движения было бы. Ну, мы и здесь справимся, делов-то. Так, ребра. Одно ребро, второе ребро. Так. Что мне это мешает тут? И вот это ребро. Далее вот эти ребра убираем. И Ctrl-B. Так сделаем. Так, теперь берем этот торус.
поставим его туда, где он должен быть. Как бы вот тут он должен находиться. Да. Но немного, совсем немного подвинуть его по оси X. Вот так. А теперь к нему подтянуть этот самый S по Z. Так, надо сказать set геометрия. S по Z. Наверное, так. Чуть можешь поднять. Угу. Взять отсюда. Стержень, Shift, сюда переместить, уменьшить. И шкурень этот продвинуть по иксу. Поставить прямо, где он должен быть. Так, вроде бы как сделано, но слишком она какая-то игрушечная получилась. Сейчас, секундочку. Дырочки посерлили быстренько, да и все. Так, хорошо. Здесь мы с вами сделаем следующее. А вот добавление деталей всегда оно приносит более такую симпатичную картинку. Ctrl-B. И здесь Ctrl-B. Отлично. Ну, конечно, не укладывается в концепцию. Ой, извиняюсь, Shift-D. Лов поле. Ну, на то лов поле, но оно слишком уж насыщено деталями, да? Поэтому как бы
GX. Смотрим туда попали. Да, туда попали. Я просто оставил здесь место, да, и я хочу сейчас это место занять цилиндриком. Где у нас цилиндрик? Меш или циркликом. Вот где-то у нас циркл есть. Вот оно. Немножечко уменьшим. Скажем, F. Не будет он. Здесь он не будет F говорить. Вот теперь. Е чуть-чуть поднять и поставить тоже на место. Смотрим. Где его место? Так, его место вот тут. Тут его место, но вот эти все дела нам необходимо поднять. Наверх, G. Так, после этого можем взять еще немножко S назад ее поднять вот так. Отлично, хорошо. Болтов мне не хватает, вот тут крупных таких болтов не хватает. Сейчас мы это сделаем. Мы возьмем тоже цилиндрик. Так, цилиндр, да? Скажем, у него не 16, а 8, мне даже 6. Так, 6. Поднимаем его наверх. Ну, сначала его уменьшаем. Так вот. Там посмотрим, какой величины нам надо. А, так, сюда. Перевернуть надо по оси Y на 90. Ну, сразу уже воспользуемся всем, что у нас есть. И будем выдвигать G по X. Угу. Так, отлично. А здесь поставим вот такую штуку. Shift D. Сюда я перенесем. Смотрим сбоку. Сбоку будет виднее. Вот сюда я. Так, теперь вынесем. А как так? А, все правильно. Вынесем по иксу G, икс вот сюда, вот, чтобы здесь она высунулась чуть-чуть. Ну, естественно, можем S по иксу и уменьшить вот так и вытащить теперь. Сюда. Так, это мы с вами сейчас возьмем трубы, немножко сделаю так вот. Все-таки крупные гайки. Теперь вот эту Ctrl-B. Б. Не делает. А, мы в объект мы правильно. Нет, мод. Ctrl-B. Угу. Все-то нам не надо. Нам надо только вот это. За Ctrl-B.
Вот так, все. Смотрим. Слишком выступает. Задвинем назад. Вот так. И теперь это сотое надо соединить, чтобы они оставались вместе. Хорошо. Дальше размер. Ну, так вот, допустим, да. Ставим его, секундочку, поближе сюда. Да что ж такое-то? По их сюда. Вот так. И сделать наклон соответствующий. С этого режима не надеюсь геометрия. Сейчас да. R. Вот так вот на кончик. Или это много будет. Посмотрим сбоку. Где-то так-то. И поставим сюда. Один сюда. Вот сюда по игреку. Третье вот сюда. И четвертый. Опа. Шагды вот сюда. Так, и пятый вот сюда поставим. Шестой вот сюда. С этим потом займемся. Эти сначала посмотрим, как они стоят. Нет, вот эти плохо стоят. Это надо подвинуть. Вот сюда. Теперь мы можем их объединить. Если они правильные ребята. А, неправильные ребята. Единственное, вот это с этой немножечко вытащить. Теперь мы можем их объединить. Ctrl-J. Сказать, что объект setRegion 3D курсор. Убираем. Вот он, видите, минус. Он нам тут не нужен совсем. Трансформация. Mirror. Mirror встал. Отлично. Возьмем теперь вот эти два или один, чтобы не мучиться. Один возьмем. Подтянем, но его надо сразу выправлять. Прямо поставить. Вот этот убрать. Ноль. Вот этот ноль. Это 90, да, если чтобы не крутиться там. Потому что, насколько я помню, эта плоскость была параллельная. Да, смотрим сбоку. И говорим, что да, вот здесь нам бы надо. Здесь и Shift-D. Вот тут. И R. Немножечко изменим ее.
Так, смотрим, все нормально, да? И так, чуть-чуть бы задвинуть ее. По оси Y. Нет, по оси X. Вот так. Есть. Объединяем. Ctrl-J. И говорим опять же объект set. Отлично. Курсор и mirror. По оси Y. Что-то тут не так. Объект set origin 3D курсор. Вот тут минус стоит, да? Убираем его. Майор. Все, вот теперь все верно. Так, теперь она вся встала как нужно. Так. Сколько у нас времени-то, ребята? Что-то я увлекся на пилот. Ой, 40 минут. Ну, извините, так получилось. Стоп.